общая смета, которая включала в себя весь объем работ, начиная от замены асфальтового покрытия на тротуарную плитку от Ленина, такой этап пешеходной территории, о которой тут речь, от Ленина до непосредственно обелиска, плюс дворовые территории, там 46 миллионов, это сложно, из всех источников финансирования и максимальный объем работ. Вот вообще максимально идеальный, как бы того хотелось, начиная от Ленина до Чапаева, вдоль факел социализма, плюс дворовые территории. Но на данный момент, понимая, пообщавшись не раз уже с руководителями организации, которые являются основными благотворителями этого объема средств, приняли решение все-таки в этом году сделать тот объем работ, который реально сделать до 9 мая. Не только по финансированию, но и по самому физическому объему выполнения работ. Поэтому остановились на основной сумме 15 там с копейками у нас, условно, 15 миллионов там сколько? 15-164, кажется. Эти средства фактически все организаторы уже подтвердили. Половина средств поступила на фонд общественной организации. Именно поэтому был и временно передан эта часть обелиска депутатами совместно для выполнения работ, с тем, чтобы не было никаких задержек. И на сегодняшний день оплачен 100% уже гранита. 10, кажется, марта они нам подтвердили отгрузку в 100% гранита на территорию города Балаклава. Это не полимербетон, это гранит. Сейчас идет под, вы тоже многие выезжали, сейчас идет подливка бетона с определенными присадками, потом будет сделана армированная опалубка, и только после качественного высыхания, сейчас там делается тоже у нас закрытие. Тепляком будет установлен. Да, тепляк будет устанавливаться с тем, чтобы бетон схватился, и уже после того, когда он примет все свои свойства, будем делать укладку именно гранита. Надеемся, что работы будут проведены качественно.